Дополнительные меры финансовой поддержки предусмотрены для семей, где есть дети до 3 лет. Выплаты в размере 5000 рублей смогут получить родители, имеющие или имевшие право на материнский капитал. Прием заявлений в отделениях Пенсионного фонда Республики уже начался. К онлайн-обработке документов приступили и в Красночитайском районе. У семей есть почти полгода на получение средств. Пенсионный фонд будет принимать заявления до 1 октября и предоставит выплаты за все месяцы с апреля по июнь при наличии у родителей соответствующего права. Выплата положена гражданам, право на материнский капитал, у которых уже возникло или возникает до 1 июля текущего года. Право на указанную выплату имеют семьи, даже если средства по сертификату уже полностью израсходовали. В Красночитайском районе претендующих на выплату по указу президента Российской Федерации составит более 150 семей. На сегодняшний день принято заявление от 125 получателей. Финансовая поддержка семей обеспечивается из федерального бюджета. Выплата не уменьшает размер материнского капитала и не учитывается в доходах семьи при определении права на другие меры социальной помощи.